Новогодняя ель, как атрибут приближающегося праздника, это помещение рядом с территорией Северного рынка. Набор уже можно назвать стандартным в ассортименте. Пиво, а также вздюжину напитков с чарующими названиями и по соблазнительным ценам. Без экспертизы сложно делать выводы об их качестве. Иногда такие спиртовые растворы могут содержать виноматериалы, но чаще всего только ароматизаторы и красители. Пока очевидно сомнительное происхождение товара, а также нарушение правил реализации алкогольной продукции. В данном торговом объекте установлен факт нарушения 171 закона и работа без лицензии, без документов. В данный момент это физическое лицо, даже без предпринимательской деятельности. Полицейские говорят, что торговлю именно в этом помещении пресекали уже не единожды. После закрытия точки и изъятия продукции приходит новый арендатор, но профиль деятельности не меняется. Информация поступила с управления торговли города Анапа. Сегодня изъято 650 литров, составлены административные протоколы. Человек будет привлечен к ответственности. Материалы будут направлены в суд. Реализатору грозит штраф 2500 рублей. Тем временем полицейские намерены выяснить, кому именно принадлежит помещение. С собственником проведут разъяснительную работу, а также проверят на причастность к уже неоднократно выявленным нарушениям. Сотрудники городского управления торговли и потребительского рынка проводят рейды в ежедневном режиме. С начала декабря обнаружено 9 нелегальных точек. Это в разы меньше, чем в курортный сезон. Однако в городской администрации говорят, что не намерены снижать темпы работы в этом направлении, тем более, что скоро новогодние праздники.